Всем привет! Кто тренируется, тот и питанием интересуется. Я, чтобы эту тему как-то затронуть, вот хочу рассказать, почему я готовлю себе обед именно из тех продуктов, которые здесь находятся. И, собственно, может быть, какие-то принципы, да, которые я для себя установил, вы тоже к ним приобщитесь. Начнем с того, что у меня вот здесь вот будет небольшая порция таких вот макарон твердых сортов пшеницы, цельнозерновые. Я убрал из питания белые макароны и прямо радуюсь, уже, наверное, полгода я их не употребляю. Изменений много, даже начиная от настроения, работоспособности. Почему-то вот эти белые макароны, они просто вообще выключают. И будет у меня, да, я солить воду не буду, специями, обхожусь только специями. Тем более, что макароны я все-таки люблю и с соусом, там, с кетчупом. Вот от этого продукта я не избавился и не ушел. Будет у меня кусочек семги, стейк. Здесь много жиров, здесь есть белок. Нет, организм хочет есть, надо потребность есть у меня в жирах. Вот такой вот жирный. Один стейк приготовлю. И порежу овощей. Но знаете, как вот что касается макаронов, белые макароны — это быстрые углеводы. Гречка, гречневые макароны — это все-таки углеводы медленные. Они в топке пока перерабатываются у вас и энергию дают медленно, дают энергию. Вот. И нет вот этого всплеска, да, там быстро поели, там сладкая шоколадка или те же макароны, нужно побегать, быстро что-то сделать, для гиперактивности. Вот. Ну и добавлю я еще себе здесь овощей. Овощи — это тоже углеводы. С маслом. Масло купил вчера, попробовать масло виноградной семечки. Вот как раз с ним я и буду кушать. Так, собственно, что касается принципов питания. Мне где-то весной книжка попалась Константина Заболотного «Так химичит наш организм». Эта книга прояснила, ну, практически, если не все, то множество вопросов, которые касаются питания для меня. Первое. Организму, во-первых, да, организм нам часто сам подсказывает, какие продукты питания надо, ему нужны в этот момент. Ну, так или иначе, да, просто организм — это такая химическая лаборатория. И продукты воспринимаются организмом не как на уровне, да, там помидорка, стейк, а как набор химических элементов. Вот сейчас есть потребность, да, большая потребность там в жирных кислотах, да, там в белке. Мне хочется рыбу, но рыбу хочется вот морскую, и все. Ходил по магазину, вижу семга, все по скидке, по акции, да. Ну, надо взять, хочется. Вот то же самое касается и каких-то других жиров, касается масла, масел. Чтобы здесь, опять же, как Заболотный советую, нужно пробовать разные продукты, чтобы у организма было из чего выбрать. Ну, вот такой химический выбор. Может быть, вам нужны белки, те аминокислоты, которые сочетания, да, там, которые в баранине, а не которые в говядине, вот конкретно в этот момент времени. Собственно, вот это такой момент. Еще что было интересно узнать, это взаимосвязь того, ну, например, мы употребляем пищу, быстрые углеводы, да, и особенность какая здесь: если съели быстрый углевод, нужно их израсходовать, но это делается перед физической работой, можно перед тренировкой. Почему советуют как раз таки макароны съесть за час до тренировки? У вас будет энергия. Если, например, ребенок в школе, и он с утра кушает что-то из быстрых углеводов, такую сахарную пищу, естественно, он будет гиперактивный, у него постоянный всплеск энергии.
ему как раз таки нужны медленные углеводы, каша, серые, темные из темных круп, чтобы эта энергия медленно-медленно отдавала и отдавалась, да, там, и он был усидчивым, да, в течение школьного учебного процесса. Ну вот, как бы так, днем, например, мне понравилось, это тоже совет, опять же, съесть какой-то медленный углевод, ну, потому что мы же до вечера работаем, и, соответственно, белковую пищу, белок обязательно он нужен. То есть, ну, как бы нельзя отказываться от животного белка, потому что там есть 8 незаменимых аминокислот. Соответственно, вот по такому принципу и строится питание. Ну и еще такой момент касаемо жирной пищи. Жиры тоже нужны. Мальчикам особенно нужны жиры. Там сало, масло 82,5%. Ну, рыбу, само собой, да, жирное мясо, приготовленное правильно, естественно, без вот речи не о фастфуде идет, а о домашней готовке пищи. Ну, собственно, как-то вот так. Где-то, ну, я постараюсь какие-то моменты выкладывать, потому что я то, что пробую на себе сначала, потом советую. Вот конкретно Константин Заболотный, его книги, у него есть книга «Как химичить наш организм», «Биохакинг», ну, как-то так она называется. Там все о питании написано. И там нету вот этих безумных диет. Съешь этот продуктик, этот потом продуктик, и вот у тебя в такой развесовке это должно быть. Ну, в общем, без этого бреда. Все по полочкам разложено. Что, зачем и для чего мы едим.